Мене без декларації, яка болить, так би то без них декларації унікаль. Башкалар декларації, яка болить, тілер шулок башкартлар, башкана. Лекін без кабулить кештінде деклараційна, ол вақыттағы КПСС-ның идеология секретарі Диатурлин іде, әм Мина Шаймеев Уфаға барып, башкартларында шунды декларация кабул итерге, күндерге жіберді. Біз бардық, яқшылап сілештік, аңнаштық, олар ризалаштылар. Әлекін өзлерінің юғары советлары арқылы өткен алмадылар шуны. Шының ішін алардың декларациясында суверенитет составы Российской Федерации деп жазылған. Бізде ол жоқ. Мына шуннан қайтқаштың Шаймеев, «Эх, остались мы без союзников», деді. Әмен аларды, әметен біз әлепіш. Как без союзников? Они ведь ничего не потеряли. Как не потеряли? Это очень просто. Они признали добровольцев своего вхождения в состав России. Отпраздновали юбилей. Награды получили медем. А мы нет медем. Мы никогда добровольно в состав России не входили. Если бы была принята декларация с указанием, что мы в составе Российской Федерации, и там ваша подпись, вы его рассказать председателя давайте. Айтерлари Демета. Вот. Через 438 лет наконец нашелся татарин, который подписал документ о добровольном вхождении в состав России. Метем вы, Метем Шарип, счастливы рубашки, Метем родились. Он до декларации, как вы там были. Знаешь, он дали. А на чем сюда варбит? Ултарых битул, харвак, тузенец, качерпта. Орландарс пайдаланырға керек.